Поїхали, друзі, далі, бо ми вже дуже хочемо вам розповісти про той захід, який буде сьогодні відбуватися у Палаці культури «Орбіта», і ми чекаємо, не дочекаємося, коли про нього нам будуть розповідати наші гості. І сьогодні із задоволенням у нашій студії вітаємо Юлю Кондрашову, керівника арт-центру «Прем'єра», а також Сурена Григоряна, відомого в нашому місті співака. Добро. Заступника керівника арт-студії «Прем'єра». На сьогодні буде нехай так. Доброго ранку, друзі. Дуже раді вас вітати у цій студії. І вже все готово. Вже через скільки? Через 9 годин початок концерту. Хвилюєтеся? Ми на старті, звісно, волнуємося. Ми на старті, але ми готові дарити праздник нашому любимому місту і готові ярко сьогодні провести цей вечір. От тільки вперше, коли побачили вашу афішу, я здивувалася, боже, скільки у вас виконавців, скільки артистів, два дуже яскравих ведучих. Розкажіть, будь ласка, хто саме буде виступати на цій сцені, які несподівані колективи, несподівані дуети, і що саме ми зможемо почути? Ну, во-первых, спасибо нашему городу, что у нас такое количество очень классных исполнителей, очень профессиональных певцов. И мы постарались собрать максимум на нашей сцене. Могу забыть сейчас кого-то, потому что очень волнительно. Ви підглядаєте. А вони будуть дуетом виступати? Два брати? Ні, вони дуетом будуть виступати, тому що ребята вже розказували, що у нас була жеребьовка, тому, к сожалению, вони не витягнули. Навіть взятка не допомогла. Я чесно, я не знаю, а десь був виступ тебе з твоїм братом, з Гайком? Ви десь виступали колись? Так. Це потрібно якось повторити. 15 років тому. Це потрібно повторити обов'язково. Які ще дуети дуже цікаві? Ну, интересные, наверное, дуэты будут это Сабина Сафарли, Ксения Явер. Сабина Сафарли, Сурен Григорян. Это будет очень мощно. Сергей Соловьев, Дмитрий Иванов. Юлия Кондрашова, Руслана Даная. Оксана Радченко, Руслана Даная. Руслану прям пощастило. Руслан, да. Самих дівчат. Ансамбль «Вива» будет выступать с Аленой Кулик, которая приехала специально ради этого проекта. Ольга Шаталова будет с Сергеем Соловьевым, с Ореном Григоряном. Ну, очень много сюрпризов, очень много разных абсолютно дуэтов. Разные по стиле, по стилю, по вокалу. А хореография будет в них? Хореография самая лучшая. А что Сурен одразу такой... Ты танцевать будешь? Это мой козырь. Я не хотел открывать, думал, да, оставить до вечера. Но, честно говоря, одно дело, когда действительно ты поешь один, да, в дуэт в нашем случае. А другое дело, когда такая шикарная поддержка, хореографии, тоже лучшие танцоры сегодня тоже на сцене Палаца культуры «Орбита». И это вдвойне мощнее. То есть два голоса еще с поддержкой хореографии. Крім хореографии еще будут какие-то такие вот цікавинки на кшталт типу, можливо, там, я знаю, барабанщики, скрипачи, можливо, будут, можливо, еще что-то. Сейчас открываем все. Давай мы расскажем, а конкретно будут дивитися люди вечер. Краще побачити, ніж почути. Во-первых, почему Сурен так говорит гордо, что он будет с балета выступать? Ну, потому что он выступает с Запорожским муниципальным театром танц. Ага. Вот, они нас поддерживают. И, конечно же, шоу-балет арт-центра «Премьера», пиар-крю сегодня будут давать жару на нашей сцене. Будут барабанщики, будет яркое шоу от барабанщиков, и будет прекрасная исполнительница, будет играть на скрипке. А, тобто я в лучшем уделе, да? Но самое главное, что у нас тема кино, и все это будет только саундтреки, лучшие саундтреки наших фильмов. А, тобто все, вибач, все, я просто не знал про это, будет все про кино, тобто все саундтреки будут осты, да, с фильмов? То есть не все так просто. Наши исполнители, мало того, что там попали на жеребьевку, у них была задача подготовить саундтреки из мультфильмов или из фильмов. Вот, власне, все, кто у Фейс Фейсбук підписані на Сергія Авдієнко та Ігоря Білишева, нашого колегу, бачили, мабуть, ті химерні фотографії, де вони в подобі то однієї кінематографічної пари, то іншої. Знаєш, у всіх гусари вони були, Наполеоном були, ну щось таке. Там було таке французький. Багато що у них було досить дивно. Розкажіть про ведучих, чим вони будуть дивувати?
Ну, насчет образов, что сегодня будет выставка Дениса Минаева, где мы показали, что наши артисты готовы перевоплощаться в любые образы. Коли будут, так? Да, очень красиво, красивая фотосессия. Но сюрпризов мы ждем от наших ведущих, потому что это всегда неожиданно. Сергей Авдеенко и Игорь Белышев – это всегда, во-первых, смешно. Выбуховый тандем. И в прошлый раз, когда были у вас в гостях наши исполнители, они сказали, что они не будут петь. Это неправда, они будут петь. И ага. Тоже очень знаменитый саундтрек из фільму. Ви знаєте, я думав, що тільки зі мною, коли зі мною вони працюють, то вони сценарій показують в день заходу. Тобто і з вами так, вони сценарій вам не показують. Хорошо, що показують. А, показують, слава Богу. Можуть і не показати. Так, а про пісні, які будуть співати, давайте трохи розкажемо про ваші конкретно. Давай, Сурен, яка в тебе буде пісня? Ти, можливо, її трохи заспіваєш, знаєш, що такий буде трейлер, а повну версію ви зможете побачити. Кстати, перша пісня якраз в тему буде, тому що я так рано не встаю никогда, Дим, только ради вас сегодня. Луч солнца золотого, тьмы скрыла пелена. Да, да, почти, почти близко. Ты меня на рассвете разбудишь. Как раз вот это про сегодняшний бой. Ой, у меня аж мурашки. Да? Ой, хорошо. Ну, я еще надеюсь поспать хотя бы часика три перед концертом обязательно. Ты оптимист. Везунчик. Так, це співаю Сабіною з мюзикла «Юнона і Авось». Друга пісня... Фантастична річ. Ой, да, да, да. І, кстати, я не ожидал, що така сложна пісня. Я її как-то, ну, я її знаю, цю пісню хорошо, но когда уже в ділі столкнувся... Почав розбирати. Ой, там, ну, мало того, що большой діапазон нужно иметь вокальний, да, там ще чисто психологічно, морально пісня, іменно підготовитися к ней теж було... В тебе виходить, ти бачиш, мурахи. Там вообще, он говорит, вы не были вчера на репетиции, это замер весь зал исполнительный. Что ты делаешь? Люто ты, блядь. Просто песня такая. А другая? Наступного разу, Дима, мы тебе тоже возьмем. Мы с тобой будем дуэтом спевать. А другая песня? Другая песня «Мохнатый шмель». На душистых. Ой, такая веселая. Сначала разбудишь, а потом... Я одразу сгадую ту миниатюру, которую Александр Гончаров и Сергей Авдієнко. «Мохнатый шмель». Ты помнишь, да, ее? Я, звісно, это классика. Так. Ну, просто весь зал сегодня делает эту миниатюру, когда поют Сурен и Ольга Шаталова. Ну, я тоді точно иду сегодня. Я боюсь только, чтобы весь зал не показывал потом. Это ж такая корпоративная штука, что не можно показывать в эфире. Давай до вечера дочекаем. Не будем раскрывать все секреты. Давайте нагадаем, котрий початок, чтобы мы встигли завітати. И основные тезисы, которые еще мы не згадали, если потрібно. Сегодня 18:30, Дворец культуры «Орбита», самое яркое и лучшее шоу этой осени, «Два голоса», где лучшие исполнители, лучшие вокалисты нашего города будут дарить настоящий праздник музыки и песни. Ну що ж, обов'язково завітайте. А Сурену дай слово. Ну що ж ти так от, дівчата сказали завжди, а хлопців завжди тихо. А вони це завжди кажуть, я не в голосі, це зранку. А Сурен, що сказали? Так, я просто кайфую від присутствия здесь. Ну, я єдине скажу, що то, що тяжело було собрати, да, в один концерт не просто лучшие голоса, а лучших артистов нашого Запорізького краю, благодаря організаторам, за що їм огромное спасибо. С нашей стороны, от каждого артиста, вчера на генеральной репетиции почувствовал этот кайф. Вот когда ты делаешь с удовольствием свое дело, неважно, чем ты занимаешься, у станка крутишь руль троллейбуса, держишь микрофон, ну когда ты это сделаешь с кайфом, а вчера это почувствовал, каждый артист действительно вот хочет, и я больше чем уверен, что каждый зритель сегодня получит максимальное удовольствие. Переконана, что ура, так оно и будет. Я залишу вас тут на 3 хвилини, поки буде гороскоп. І нагадаю, поки що сьогодні зранку з нами прокидалися Сурен Григорян, а також Юлія Кондрашова. Запрошуємо всіх на «Два голоси» уже сьогодні ввечері у 18-й Палац культури «Орбіта». Ми будемо там. Мурахи ти мене.